Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать в игру Stranded Deep. Мы с вами продолжаем, это у нас вроде бы как 7-я серия. И, конечно же, по возвращению вот с этого острова, то есть там у нас и остров, там у нас и корабль здоровый, да? Кто не видел эту серию, не забудьте посмотреть предыдущую серию и не забудьте не наступить вот в такую вот звездочку. Это очень опасная тема, но, без шуток, у нас тут есть акула. Она очень маленькая, потому что это акула-молот. Или, как говорят, рыба-молот. Слышь, рыба-молот. Я хотел сегодня построиться. Да, мы сегодня будем строиться, будем строить базу, так как это очень интересный такой момент в этой игре. Строительство своеобразное. Давайте мы возьмем молоточек. Где-то у нас в этих ящиках есть... Молоточек, помню, я же говорю, что помню, ё-моё. Молоточки нам нужны очень серьезно. И, кстати, по возвращению с этого острова я очень много вот этих вот досок нашел. Смотри, целых... Сколько у меня сейчас? Секундочку. 5 штук. Целых 5 штук досок. Странненько. Такое ощущение, что был какой-то ураган здесь. И принесло все это вот ветром там, волнами и так далее. Короче, строительство базы. Смотри, что мы будем делать. Во-первых, я сейчас наложу здесь пару палочек. Сейчас возьмем, секундочку, мы вот это вот все возьмем, чтобы вы понимали, где мы будем все это вот строить. Я возьму вот эти вот палочки. У нас их 4, значит, только два фундамента я сейчас могу сделать. Это означает, что строительство я буду делать на воде. Сейчас, секундочку. Нам нужно чуть-чуть повыше забраться, чтобы я понял, что куда. Вот этот вот зон, эта вот зона мне нравится. Слышь, да... Почему тень? Там облаков как бы вообще нет. Странненько. А ну да ладно. Значит, берем строительство, берем фундамент. У нас будет домик. Ага, здесь бы еще бы не наступить. Так, блин, вот это уже мне не нравится, что здесь нет возможности построить. Потому что ты как бы строишь, а потом хренась, есть места, где тебе игра не дает строиться. И вроде бы не звезда это вот мешает, а что-то здесь какая-то другая хрень. Ну да ладно. Начнем мы, наверное, сейчас это надо обойти, чтобы меня не куснули за задницу. Где-то вот здесь, скорее всего, да, здесь серединка будет. Давайте, если здесь серединка будет, значит, идем по максимум туда. Дождь, не мешай, дождик, не мешай. Все, значит, туда нам строить, как бы, игра не дает. Я сделаю повыше. И, скорее всего, вот так вот, да. Ресурсы убираются? Да, ресурсы сразу убираются. Я думал, что я начну сейчас долбить молотком, и только тогда ресурсы... Игра от нас заберет. Ну, вроде бы нормально. Акула как там? Акула успокоилась. Отлично, значит, мы в безопасности. Не, ну мне не нравится. Нужно все же направление. Направление. Блин, мне нужен молоток сейчас, да? Походу молоток нужен. Я хочу это все сломать. Хрена себе, ураган начался. Такой мощняцкий прям. Давай, поднимайся. Меня, мне кажется, даже сейчас не слышно, да? Ну, я пошел ломать. Да, вот так вот, думаю, пойдет. Давайте мы первый фундамент построим. И, как я уже не один раз говорил, мы будем добывать ресурсы не на этом острове. Вообще не на нем. То есть мне, ну, я такой человек, как бы, не надо срать там, где живешь. Ну, вы поняли, наверное, о чем я говорю сейчас. Есть такие люди. И плюс к этому, если я сейчас буду добывать вот эти вот деревья, они больше здесь не вырастут. И таким образом у нас остров будет голеньким, вообще прям голеньким. И здесь будет скучно вообще жить, выживать и так далее. Поэтому у нас есть маленький островочек. И, кстати, еще один момент. Сейчас я кое-что сделаю, чтобы вы понимали. Добывать ресурсы я буду на другом острове. То есть это означает, что мы будем добывать ресурсы на вот таких вот маленьких островах. В принципе, ты можешь добыть ресурсы на острова побольше. Сохраняемся, потому что мы как бы все-таки что-нибудь тут сделали. И как я ориентируюсь по этому, по карте Stranded Deep? Во-первых, есть компасы, которые у меня сейчас в руках нет. И во-вторых, смотрите, мы уже сохранились. Могу, в принципе, выйти, да, чтобы вы понимали, что мы делаем.
Выходим из игры. Если вы случайно забыли, на каком острове вы находитесь, то вы можете сделать следующее. Нажимаете на картограф, и картограф вам покажет, где же вы сейчас находитесь. В начале, когда начинается игра, персонаж находится где-то вот здесь, то есть где-то вот в этом месте, и он должен доплыть до этого острова, то есть остров впереди, который он видит, это и есть центральный остров. И от него... То есть вы можете картограф, во-первых, сфотографировать на телефоне там или скриншот сделать. И потом всегда, когда вы куда-то перемещаетесь с этого острова, идете, допустим, на север, это означает, вы идете туда, да? Или вы хотите пойти не на север, а вот в эту вот сторону. Значит, вы также по компасу ориентируетесь, да? Или вот прям вот туда вот едете, да? Ну, плывете, короче. То всегда где-то это все надо написать, записать или какие-то там полосочки прям нарисовать, стрелочки, куда вы передвигались, где вы сейчас находитесь и так далее. Но все же, если вы забыли, где это все дело находится, откроем картограф, и вам карта покажет, где вы находитесь сейчас. Плюс к этому ориентиры. Вот корабль, который мы с вами снимали в прошлой серии, мы находимся здесь. Соответственно, маленький остров есть слева, и еще маленький остров есть справа. То есть эти острова обычно, ну, сильно так нас... не интересует, поэтому мы на таких островах и добываем... Можно назад? Можно. Добываем, конечно же, ресурсы. Все деревья вырубаем там. Там все, что можно вырубить, мы вырубаем на этих маленьких островах. Плюс к этому там могут быть и камни, ресурсы камней. Что, кстати, нам повезло, что на нашем острове тоже камни есть. Плюс к этому на нашем острове в прошлом видосе и в видео мы с вами заметили, что у нас даже есть глина под водой. Это тоже крутой такой момент. Который меня очень прям радует. Ну, а теперь освобожу себе полностью инвентарь и погнали добывать. Кабан, красавчик, смотри. Смотри, какой он медленный, смотри, он пытается аккуратненько, типа, не сломать мне весь кайф, который я тут построил. Да-да-да-да-да, я понял, я все понял. Теперь мне нужно это все бросить. Опять? Короче, сейчас освобожу все и погнали. Да, громкость шторма... Громкость эффектов я сделал немножко потише, но иначе мы не сможем с вами нормально общаться. Так, все, ящики, пустые ящики все заполнил, ну, в смысле, поставил на плот. Так, это уже у нас нифига не пустое, да? Че по воде, по идее, мне кажется, капельку воды я еще могу взять, отлично. В принципе, я готов. Я готов. Это на всякий случай, если нырять надо будет. Если топор надо будет сделать. Топоришка у меня еще есть. Прочненький такой. Это для... Ну, мало ли. Нет, мы там кушать будем кокосики или что-то другое. Во! Чтобы на всякий пожарный, я, наверное, возьму с собой баночку. У нас тут есть баночки, да, какие-то еще... Вот эту вот баночку возьмем, если вдруг понадобится мне покушать. А теперь мы берем себя за шкирку. Сейчас, секундочку. Кстати, все говорили, что есть постель, которую можно ставить на плот. Давайте посмотрим, работает ли это. Три тряпочки, три кожанки и три палочки. Прям интересно так стало. Раз, два, три, допустим. Кожанка где-то вот... блин, где-то вот-вот-вот. Раз, два, три. И три тряпочки. Так, тряпочка одна у нас находится здесь. Сейчас мы еще... Раз, два... Блин, все по три у нас. У нас вообще все замечательно. Смотри, я могу сделать сейчас постель. И, говорят, на плоту можно сделать для того, чтобы сохраняться. Вопрос. Работает. Получено достижение в стиме. Я что-то не пойму, что я тут несу. Деревянный пол. И... Что сейчас делать? Кидать? А, так это... Так это не стакуется. То есть это еще упадет, когда мы плавать будем, да? А если я возьму вот так? О, так круто, это... Блин, охрененная тема. Почему я до сих пор не пользовался? Фиг его знает. Вообще хрен его знает, но это очень странно. Крутая, крутая штука. Так как нам не нужно будет, значит, везде делать, как я... Ну, я обычно как бы делаю как? Беру, делаю себе палаточку на каждом из островов. Ага. Понял. Забрался. Забрался. Спустили паруса. Вот так. Управлять. И в шторм. Уплываем. Что делать-то? Остров наш находится там, где мы будем добывать ресурсы. И там будет все круто.
Кстати, по пути я немножко передумал. Я маленький остров даже трогать пока что не буду. Там дело в том, что забыл. На маленьких островах очень маленькие деревья. То есть они какие-то... Кто там плывет? Акула. Они деревья какие-то короткие. Да, нам нужны деревья побольше. Значит, мы поплывем на большой остров, на котором мы уже были, и вырубим его полностью прямо. Это у нас, мне кажется, белая акула. Это даже не тигровая. Это прям белее некуда. Сейчас, секундочку, я прям здесь попробую кое-что сделать. Блин, у меня еще до сих пор, кстати говоря. Тюх! Фига себе, блин. Да, на воде мне сказали, что... Да, кстати, а нет, все-таки тигровая. Короче, главное, что мы попробовали, да? Че, он меня, кровать улетела, да? Отлично, ну окей, придется перезапуститься. Тигровая все-таки. А плот-то плывет? Даже под водой даже? Ну, в смысле... Это... Да, я понял, что ты меня кусаешь. Как в этом, в «Пираты Карибского моря», кстати. Не знал, что она такая тяжелая, кровать-то. Ну не кровать, постель, пусть будет постель, но она капец тяжелая. Окей, тогда этот остров мы сбреем. Да, полностью он останется без деревьев. Можем, в принципе, потом на этот остров пойти. Блин, 16 часов уже. Ну, что нам делать-то? Будем добывать всю ночь? Да, всю ночь буду добывать... Блин, я же поворачиваю его прямо. Я же его выставляю прямо, что он влево уходит? Смотри, я могу парусом двигать только будучи у руля. Ну, в смысле, вот здесь, да? Могу двигать. Вот прямо поставил. Вот, парус прямо стоит. Потом... О, даже так даже! Рыба-меч! Ух ты, здесь у нас в этом треугольнике... Тут... Да, погоди. Да, нормально. До хрена рыбы. Тут есть акула-молот, или рыба-молот, или акула-молот, рыба-меч. И даже кит... Погоди, китовая акула, или как она там называлась? Наверное, вот так вот. Короче, что я хотел сказать. Потом слезаю, короче, с руля, и у нас этот парус поворачивается... Ага, уперся сейчас в камень, да? Не. Поворачивается влево. А будучи здесь, я не могу его повернуть никак. Вообще никак, этот гребаный парус. И это есть проблемка. Только, короче, у руля. Все. Спустить, ну или поднять. Это мы поднимаем. Мы с вами приплыли, очень важно. Он до сих пор шатается, болтается, прикольно. Так, погоди, мы приплыли с вами оттуда. Нужно знать и понимать, откуда ты приплыл, чтобы потом не потеряться. Вот таким образом тоже мы смотрим, как говорится, чё да как. Да, здрасте. Надеюсь, здесь кабанов больше нет, смотри. Что я сейчас делаю? Ставлю вот сюда, вот прям здесь кроватку, да. А по воде у нас, мне кажется, тут должна быть какая-то штука, которая добывает воду, но мы это еще глянем. Потом вот это вот я скину где-то вот тут, чтобы я это видел. А, отлично. Здесь то же самое. Все ненужное сейчас скидываем, даже фонарь. И начинаю, как говорится, рубить, добывать. Во-первых, сохраниться. Это очень крутая тема. Спасибо, что подсказали, что Кент, сделай гребаную кровать, е-мое, что ты паришься. Вот о каких деревьях я говорил, вот такие вот деревья мы с вами можем сейчас добывать. Рубишь, как говорится, короче, теряешь то же самое время, да, но падает дерево из четырех бревен. Нежели, когда ты, допустим, рубишь вот такое вот дерево, ты также теряешь такое же количество времени, а в этом дереве только одно бревно. Поняли разницу, да? Раз, два, три, четыре. Поэтому есть смысл приходить на большие острова все-таки и добывать ресурсы здесь. А маленькие острова обычно имеют, ну, и деревья поменьше. Правда, здесь по-любому вырублю все деревья, но один хрен тут коэффициент высоких деревьев намного больше, чем там. Давайте обходик сделаем. Я не помню, я создавал здесь... сборку воды. Так, иди сюда, чтобы тебя не забыть. Цветок пипи всегда нужен. Да, и в принципе эти тоже нужны. О, даже два даже. Отлично. Но что-то мне подсказывает. Так, главное сейчас не встретить большого кабана. Маленький еще пойдет. Да, создавал. Да, не? Отлично. Вот. Видишь, все-таки как все-таки важно иметь на каждом острове вот такую вот штуку. Ты можешь попить, чувствуешь себя идеально. Плюс к этому собрал немножко юки. И юку сюда вот
Вот так вот вставляешь. И вот тебе, пока ты работаешь, у тебя тут вода собирается. И вообще все замечательно. Ага. А что у нас тут поваленные деревья уже, которых я не собирал походу? Окей, тогда берем. Берем их с собой, правда, нужно их немножко еще, дай стоять, обработать. Вот так вот. Но у меня же топор хороший. Пойдет. Шикарно, здесь делаем то же самое. Ну, конечно. Прикольная тема. Большого кабана я вообще не встретил. Это означает, что моя теория все же работает. Если ты убиваешь кабана и ты не разделываешь его, он у тебя все еще есть на пляже, присутствует мертвым даже, то кабан новый, походу, не появится. Это круто, это обалденно. То же самое, мне кажется, можно сделать и с этими как называется-то? Акулы. Да-да-да-да-да, то же самое, скорее всего, можно сделать с акулами. Где у нас самое длинное бревно? Самое длинное, вот оно. И мы начинаем, опять же, работать. Короче, надо будет попробовать с акулами одну акулу выловить, убить, выставить на пляж. И после этого глянуть, появится ли новое или нет в воде. Для еды также не забудьте взять, да и выпить, и покушать, конечно же, кокосика. Воды у нас есть, а вот с кокосами падает одно деление. Сразу же можно кушать два кокоса. Ну, в смысле, не два кокоса, а две половинки. А сейчас уже четыре половинки есть нельзя. То есть это уже пофиксили, значит, мы сейчас не можем. Как бы можем, но будет плохо. Будет, понос, короче, ё-моё. Все, работаем дальше. Повышение уровня добыча. Давайте посмотрим, где это и что. Это добыча, это... Да, наверное, последняя, короче. Где бревно нарисовано. А что это дает? Вот я повышаю себе уровень добычи. Буду ли я рубить те же деревья? Сейчас, секундочку. Быстрее. Сейчас мне нужно 6 ударов для того, чтобы повалить одно дерево. Раз, два, три, четыре, 5. О-о-о. Вот на что это влияет. Потом мне надо будет, если еще одно деление появится, мне надо будет 4 удара. Потом 3, потом 2. Да ну нахер. Круто. Если это так работает, это вообще идеально, короче. Да, сейчас 5 ударов нужно. Охренеть. Офигенно. Вот я рублю-рублю, ну, конечно же, это качается довольно долго, но мне кажется, это вообще идеальная тема. Ну, конечно, так ты быстро как бы это и не увидишь. Так, деревья у нас еще есть, которые рубятся, только маленькие. Ну, так уж и быть. Короче, всю ночь рубил. Рубил-рубил. Ты понимаешь, здесь у нас больше ни одного дерева не осталось. Именно стоячего дерева, которого можно было бы добыть. Все вырубил, даже, ну, вот эти вот тоже как бы разобранные полностью. Остались только палочки. А вот эти вот палочки у нас есть и на нашем острове. Я их и оттуда могу собрать. А в основном все деревья вырублены. Это есть хорошо. Вопросик, я не помню и не знаю. Вот эти вот ростки, сосна-росток, они появляются так же, как и юку. Ну, как когда мы рубим юку, то есть юку ты рубишь, она появляется заново через там некоторое время. А вот эти вот ростки тоже появляются так же? Или все же это как пальма, ты ее вырубил и все, она больше расти не будет. Короче, к чему я вообще веду? К тому, что у нас все уже заполнено. Смотри, раз ящик, второй ящик, третий ящик, тут у нас ящик, тут ящик. И я взял слишком мало ящиков, нужно было все-таки освободить пару ящиков и взять их всех с собой, чтобы даже инвентарь был забыт и забит ящиками. Елки зеленые. Получается, мне пора уже домой. Ночь еще не прошла. Ты видишь, как быстро это сделал, да? 2:25 ночи. А у нас вот такие его дела. Ё-моё, и даже не нырнуть сейчас. А спать не хочу, потому что ты спишь и время теряешь. Ресурсы уходят. Давайте мне немножко воды, раз у нас тут где-то там водичка была. Со змеями, походу, теория также работает. Убил змею, не разобрал ее, да, не, ну, как бы, понял, на мясо. И она больше появляться не будет. Охрененная тема. Круто. Так, с водичка раз. Что у нас там по воде? И водичка два, мне кажется, можно. Все, погнали домой. Это все, блин, на это у нас... Я сейчас только фонарь выкину и возьму еще одно бревно с собой. Заколебали здесь летать, ё-моё. Да, блин, вот такой я трудяга, понимаешь? Смотри, мы делаем вот так, мы выкидываем даже топорик сюда. И вообще места нет. И... Да я пошел.
Да, я пошел. Так, все, вылезаем. Направляемся куда-то вот туда, на наш островочек. Так, секундочку, забраться. Куда нас уносит сейчас? Не туда уносит, нам не туда. Сюда нужно. Все, опять же, забраться. Не потеряться. Взять, включить. И главное вырулить правильно, не упереться куда-то еще. Так, это, чтобы не перепутал, это маленький остров, это большой остров. Вы там ни хера не видите, это я понимаю. Но, акула, здрасте. Но мы-то понимаем, куда мы плывем сейчас. С ориентацией у нас вообще идеально в этой игре. Поэтому, ну, я уже объяснял, как это все работает. Так что, идем домой. Вот такой вот лысенький островочек оставили мы позади себя. Там еще валяются бревна. Я вернусь за ними и возьму их. Опять ты, блин, хрен пойми куда. Парус даже повернут влево, а плот уходит вправо. Странно парус вообще работает. Смотри, 4 часа 50 минут. И мы будем дома, когда уже солнышко встанет. Сейчас мы влево уходим. Странно, странно все работает, но допустим. Так что к утру будем дома. Да, рассвет. Давайте встретим в очередной раз рассвет. Мне рассвет здесь всегда нравился в этой игре. Из-за того, что он включается, во-первых, как лампочка. А во-вторых, потому что хорошенькая музяка. Не знаю, каждый раз, когда у нас рассвет вот такой, да, музяка идет хорошая. Или все же это так просто у нас... Ой, куда мы поехали? Случайно. Кстати, а кто-нибудь добывал, вот, ну, не добывал, а убивал вот этого кита большого, то есть китовую акулу, или ту же, допустим, акулу меч, тигровая, да, тигровая обычная, и втягивали эту вот акулу на плот. Плот выдерживает такое, как говорится, такой вес? Или нихера не выдерживает? И так же перевернется, как с кроватью. Пишите в этом, кто это уже пробовал. Друзья, мы дома. Музыка по-прежнему играет. Мы паркуемся аккуратненько вот сюда. Отлично. Стой, 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 стой. Тихо, тихо, тихонечко. Чуть-чуть его вот сюда вот потянем. И куда мне это все развалить? Давайте вот сюда. Все бревна. Я надеюсь, они никуда не улетят. Очень на это надеюсь. Очень много их будет. Короче, у меня был такой случай в одной из... наших серий по выживанию в Stranded Deep. Был такой момент. Я вот так же добывал вот эти вот ресурсы. Правда, я уже их рубил, да, то есть они были. Тихо, не нужно так вот делать. Не нужно так улетать. И у меня такая же куча была вот этих вот бревен. Даже не бревен, а палочек. И мне написали: а, понятно, короче, читеришь. Типа, не, нифига. Это, а, это все. Нифига, как бы сам не добыл там туда-сюда. Ну, чтобы вы понимали, вот таким вот образом добываются в этой игре ресурсы. Если, само собой, никто не читерит и все занимаются правильными вещами. Правда, насчет читов, я даже, мне кажется, не слышал, что есть читы на этой, по этой игре или нет их. Допустим, в той же Subnautica Below Zero. Тут не было ящика? Нет, не было. Subnautica Below Zero, там есть команда для того, чтобы, не знаю, там управлять, что там сделать, снимать, допустим, тот же экспериментал режим и так далее. А здесь я про такое не слышал. Так, тогда я освобожу себе немножко еще пару этих ящиков, чтобы взять с собой. А то намного больше помещается, если ты это все дело будешь уже иметь при себе. Так, баллон я там оставил, мне кажется. Поэтому сюда можем его поставить. Этот цветочек мы пока что вот сюда вот кинем. Возьмем этот ящик с собой. Этот у нас полный. Короче, сейчас я определюсь. Компасы тоже не нужны. Все это вот говнецо нам не нужно. Это тоже как бы не надо. Мы и так управляемся. Справляемся как бы с ориентировкой. И что у нас тут с ориентацией, с ориентировкой, хрен его знает. Так, это тоже, блин, ерунда какая-то, которая... Ну, кто-то может быть этими... трезубцами, может быть, и пользуются в этой игре. Я лично имею, я не знаю, я редко пользуюсь, потому что я или акул убиваю, ем ее. 11 дней прожито, это круто. Это вообще обалденно. Приготовленная, блин, они тоже. Да, я, кстати, читал про это. Вы писали мне, что нужно было подождать немножко, так как мухи. А, прикинь, нормально. Мухи.
испорченному мясу. Короче, нужно было подождать немножко, потому что я это мясо не тушил, не коптил, то есть, а оно просто как бы пожарилось, и все. В этом есть мой косяк. Блин, так, там еще место есть? Есть. А на плоту вот есть смысл сделать еще одну полочку. Досочки у нас, их прям дофига, они у нас есть. Значит, мы берем досочки, мы берем один из молотков и делаем апгрейд плота. Вот сюда, вот прям, давай-давай, чтобы равномерненько у нас все было. Не-не, не строительство, а вот сюда и вот сюда. Отлично, отлично. Вот сейчас у нас все. Вот собака. Сволочь. Вот негодяй-то, елки-палки. Такс, что у нас там было-то? А, ящики поставить. Три ящика сюда вставить. Блин, у меня тут сейчас будет вообще фура, блин. Это будет не обычный плот, а прям торговый такой аппарат. Так, секундочку, 3, 2, отлично. И еще могу даже ящик. Блин, я сейчас все прям выкладываю с этих ящиков. Прям вообще все. Потом это будет еще вкладывать все обратно. Засовывать, ты видишь, уже места нет уже. Я надеюсь здесь, тихо. Надеюсь, здесь у нас никакого сейчас шторма не будет, чтобы... Потому что здесь мокренько как бы выглядит. Чтобы сюда прям вода попадала, и все это вот улетало к хренам собачьим. Непонятно куда, блин. Было бы... Ну вот, типа как сейчас. Было бы совсем неприятно и нехорошо. Но я столько бревен себе сейчас как бы понаделаю, что это будет много. Возьми. Это сюда выкидываем. Да не ящики, что елки-палки. Такс, вот так. Отлично. Че, по идее, по воде? Кокосик сейчас нужно. Кокосик, кокосик. Во-первых, воду, да хотя, че воду. Сейчас кокосик возьму, попью и покушаю, да, и потом напьюсь нормальной водичкой. А че у нас тут пальмы-то? А где пальма? Не понял. Кокосики, вы где? Вот тебе и кокосики. Расть кокосик. И давайте кокос. Вы писали, что два кокоса можно. Нет, друзья, два кокоса сейчас нельзя, я уже пробовал. Два кокоса подряд берешь и сразу понос. Так что не пробуйте. Раньше можно было, сейчас нет, потому что это экспериментальная версия 0.71. Не забудьте, я вначале показывал. Надеюсь, всем было понятно, что это за версия игры, да? Я пошел. Жесть, какой бардак. Охренеть. Вообще полная жесть. Я надеюсь, сюда... Этот кабанчик гребаный приходить не будет и не будет мне тут раскидывать все, что куда. Так, с ножек мне больше не нужен. Да, это тоже как можно было бы. Ага, понял тебя. Можно было бы забрать. Не-не-не, отлично. Это нужно было вот так вот сделать. Это нужно было вот сюда вот тыкнуть. И вот так. Водички попьем. Водички, понимаешь? Водичка попили. Водичка раз. Водичка два. И мы готовы. Я забит. Полностью забит. Ну, кроме там одного слота. И уходим в то же направление. Соберу, что там осталось. Кстати, контейнеры не входят туда, да? Нет, вы меня спрашивали. Вот, контейнер в контейнер не входит. Поэтому не пишите больше об этом. Нет смысла. Текс, есть контакт? Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Ты твою мать, а, ё-моё. А, я же говорю не туда, а. Прям в этот уперся. Туда уйди, туда, кому говорю, уйди. Вот так вот. Потом забрались, взяли за руль и погнали рубить. Акули, я смотрю, интересно, кто же здесь, здесь у нас по... Это тигровая или это китовая? Нет, тигровая. А не, нифига, блин, давайте я все-таки немножечко мы поплаваем рядом с ней. Вы же все-таки писали, что она как бы тебя кусать не будет, да? Круто, обалденно, обалденно. Правда, плот у меня еще якорь как бы не сделан. Вы писали, сделай, 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 сделай. Да, сделаем, блин. Как-нибудь нужно собрать больше камней и сделать якорь, чтобы он так вот не левитировал у нас. Ну, иди же сюда, блин. Ё-моё, акула... Блин, как он серьезно все-таки уходит. Течение у его уносит. Да. Я думал, она подольше с нами останется. Но нет, не в этот раз. Туда. Парус. И погнали. Печальненько он смотрится сейчас. Без деревьев. Камень, 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 камень. Влево взяли.
Отлично. Отлично. Видишь, хороший капитан все-таки. И слева камень, и справа камень. Короче, везде камни. А, но. Там звезда. Тоже нужно иметь в виду, что за фриз был. Стой, 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 что ты делаешь? Вот так, выносим тебя сюда. А, и, как говорится, начинаем, друзья мои, работать. Вот так. Вот все мы вот всегда вот так делаем. Нужно просто немножко подальше влево, ну или вправо как бы уходить. Ведь я вот эти вот ящики... Ну, короче, что я тут рассказываю? Кому я тут рассказываю? Все у нас тут опытные выживальщики. Процент 1,8, он у меня сломается. Значит, я же не зря взял с собой вот эту штуку. Потом мне нужно найти два камня обязательно, чтобы сделать себе нормальный топорик. Иначе у нас... Ну, это как бы топор сломается, чтобы... Кстати, я же... Опля. Пипи, иди сюда. Пипи, ты у нас сюда появишься. Так, мне же для того, чтобы сделать хороший топор, мне нужно сделать сначала примитивный топор, да? Вот такой вот, да? Блин, веревку тоже надо было взять, но сейчас сделаем. А потом, да, примитивный топор и так далее. Но вопрос, смогу ли я сделать улучшенный топор, не используя примитивный, а сразу же имея вот эти вот ресурсы? Вот эти вот, сколько там нужно было? Одна штука, да? Одна кожанка. И используя хороший топор для того, чтобы сделать еще один улучшенный. Нет, блин. А вот игра говорит, что нет, тебе все-таки нужен гребаный примитивный топор. Да, не знал об этом. Не знал. А, веревка, одна палка и еще один камень. Веревка, одна палочка. Ну давай тогда с веревочки начнем. Да, я знаю, там у нас юка есть, но уже, как говорится... Че я парень? А, вот палка, вот отлично, палка. И... Юка, где юка? Кто видит юку? Вот она юка. Это тоже мы сейчас разберем. Че у нас по статам? По статам прям идеально, можно уже пить, но... А мы делаем веревку. А мы делаем... Че мы там делаем? А, еще камень, блин. Берем, давай, камушек. Делаем еще одну штуку вот такую вот. И делаем примитивный топор. И, конечно же, после этого делаем хороший топор. Но для этого нам нужно, опять же, крутим вниз. И еще один камушек, который у нас появляется вот в этом вот месте. Взяли, сделали. И вуаля. У нас есть сейчас два топора. Сейчас мы посмотрим, который у нас быстренько ломается. Это хороший. Значит, берем этот в руки и начинаем рубить, чтобы его доломать. Плюс к этому, там у нас кокосик был, который тоже хочет прям, чтобы мы его выпили. Да. Но, само собой. Так, какой у меня сейчас топор? Я опять... Вот мне не нравится, когда они так стакуют, а ты не знаешь, с чем ты работаешь. Отлично. Отлично, отлично, выпили, все сделали, все красиво. Статы подняли. Ты сейчас поймешь, для чего я это сейчас делаю. Чтобы его не потерял из виду. А то в траве ты его хрен увидишь. И начинаешь рубить, пока у тебя сломается. Ну я же говорю, пока сломается. И берешь новый. И работаешь дальше. Пока не это, не, я не знаю. Пока руки не вывалятся. Ну а теперь я покажу, как нужно чистить вот эти вот острова. Смотри, я не то что вырубил пальмы, которые добывают нам, дают нам дрова, дают нам... О, еще тут что-то забыл. Дают нам палочки и так далее. Я вырубил даже то, что здесь вот это вот тоже фрукт есть. Я его брать сейчас не буду, потому что кушать не буду. Но я вырубил даже вот эти вот маленькие ростки, которые, когда ты их разбиваешь, из них падают просто палочки. Полностью все убрал. Не багуйся. Вообще как бы все убрал. И остров остался, ну прям голеньким-голеньким. Только вот эти вот большие деревья, сосны или как это у нас называется, остались. С чего мы добыть ничего не можем. Тут еще фрукт есть, я его оставлю. Да. Это мы возьмем, когда уже начну работать над фермой. Это уже на острове будет.
А пока что это брать не буду. Все, значит, мы собираемся. Я из этого то, что все здесь осталось, как бы собрал все ящики, наполнил, то есть все ящики, которые находятся у нас на плоту, кроме двух ящиков там. Эти по-прежнему остаются у нас пустыми. Придется мне их просто набрать, собрать и также уплыть на другой, но уже на маленький островочек. Так, секундочку, ты сюда тоже идешь. И уже нужно брать все с собой. То есть ты берешь... Ставишь же это сюда, чтобы эти ящики вместились. Так, скопья мне, в принципе, не нужны, кстати, да. Это мы тоже как бы собирали с вами, поэтому мы это собираем. Ставим, секунду, вот сюда. Место еще тут есть? Есть. Все, мы готовы. Блин, кровать еще надо еще как-то взять с собой в руки. А, место еще есть, отлично, смотри. Сохраняемся. Шикарно. И уплываем на маленький остров. Сейчас поиздеваемся над маленьким островом, потому что пришло, как говорится, его время. Так, надеюсь, здесь... Я сохранился вроде, да? Да, нормально все должно быть. Нормально все должно быть. Значит, мы уплываем потихонечку. Опять же разворачиваемся. Прощай. Поиздевался над... Это, кстати, большой остров, это не маленький. Поиздевался над ним. А оставил на нем ничего. И ухожу дальше. Приплываем, конечно же, приплываем. Друзья мои, мы этот остров уже смотрели... в позапрошлой вроде бы серии. Если кому интересно, что это за корабль и так далее. Кстати, я сейчас же прям могу заняться... немножко плотом. Там у нас есть из чего... Так что прямо сейчас, наверное. Ну, не сейчас, как бы, когда у нас будет утро. Мы, наверное, этим и будем заниматься. Секундочку, иди, маленький. Нифига на ютубе не видно, к сожалению, из-за того, что ночь. Но немножечко подождите, где-то еще часик, и будет утро. А на этом острове-то вообще мало пальм. Я здесь вроде много сильно как бы не рубил. Во-первых, они маленькие, как я вам уже и говорил. Ну, есть пару штук, да, которые побольше. А в основном пальм-то здесь чуть не ли... Как бы и нет, это есть печально. Но, по крайней мере, давайте соберем другие ресурсы. Кстати, мы этот остров как бы сильно не лутали. И я только этот корабль смотрел, а так здесь даже не нырял. То есть не смотрел в других местах, что у нас еще тут есть. Смотри, палочки тоже собираем. И, наверное, сделаем с вами продолжение плота. Сделаем его еще шире. Поставим еще пару этих... каких ящиков. Ну, не ящиков, а полочек для ящиков. И также... Что это было? Это что такое у нас с правой стороны? Охренеть. Ё-моё. В этом дереве, друзья мои, нечистая сила. Нужно это исправить. 5 ударов. Падай. Твою ж медь. Там нормально все? Охренеть, что это за фигня, блин? Жесть. Надеюсь, у нас ничего там не сломалось. С нашими сейвами и так далее. Перегрелся компьютер, что ли? Да быть такого не может, компьютер у нас не слабенький. А работаем. 12-й день прожит, говорит нам игра. А мы тут работаем. В поте лица. Сейчас, что-то у нас. Да, все меньше и меньше становится. Да, к сожалению, я эти деревья уже вырубил, но они у нас еще каким-то боком там прорисовываются. Непонятно как, но это баг игры. Все-таки экспериментальная версия, да, это же экспериментал, не забудьте. Так что, есть вот такие вот риски. Если ты будешь играть в эксперименталку, то у тебя вот такие баги... Кто? Крабик, уйди. Иди сюда, дерево. Ага, дерево держит, смотри, другое дерево держит. А вот этого дерева. Сейчас мы это тоже срубим. И все будет вообще шикарненько. Иди сюда, я тебя рубить буду. А, застряло все-таки. Ну окей. Все, полностью. Острова, считайте, нет. Больше ничего не вырубается. То, что вы видите, это все фикшн, фикция, короче. Даже там даже дерева нет. А эти вот деревья... А, не-не-не-не. Вот эти вот деревья не добываются. А здесь у нас только остались вот эти вот фикусы. Их немного. То есть только две...
А, это уже такое, которое не добывается. Хорошо. Смотри, все ящики мы наполнили с вами. Теперь мы идем по-быстренькому. И, значит, даже так, даже места даже уже не хватает. Ты приколись? Значит, мы это выкидываем сюда. Все палочки также сюда, как бы на потом. Островочек стерт, как говорится, с лица земли. Мне кажется, есть смысл сейчас покушать. Дайте мне маленький кокосик. Я хочу его как бы и съесть, да и выпить все одним разом. И уходим на этот корабль. Плюс к этому не только этот корабль нас интересует, а то, что еще валяется здесь у нас под водой. Потому что мы этот остров, как я уже говорил, не лутали. Фонарь нужен. Сохранялочка, конечно же, тоже нужна. Нужна перед этим. И для того, чтобы сделать... Блин, у меня молотка нет. Да, я даже не смогу сейчас сделать. У меня нет молотка. Хотя молоток я могу сделать сам. Веревочку, два камня и палочка. Отлично. Смотри, что мы делаем. Веревочку, два камня и палочка, как я уже говорил. И ремесленничество. У меня как бы повышение уровня. Это тоже хорошая такая тема. Мы собираем опять же цветки пипи, всякую хрень. Потому что, ну, это тоже часть геймплея. Понимаешь, в этой серии я тебе походу показываю часть геймплея, но такой, как она как бы есть. Как ты это все видишь, как бы, когда ты что-то добываешь, то именно... О, кстати, когда ты что-то добываешь, так оно и как бы происходит. Мне нужно сейчас срочно, а я потому что с плотом туда поеду, прям полезу туда, да? А, во-первых, мне нужна тень. Крабик, уйди, уйди, не мешай. Мне кажется, эта штука мне не поможет для тени, да? Помогает. Отлично. Мне нужен якорь. Друзья, нам нужен якорь. Смотри, палочки. Одна. Ух ты, веревочек аж 4. Сейчас мы сделаем. И 6 палочек. Блин, 4 веревочки. Короче, топорик мой сейчас жестко пострадает. Правда, топором я это сейчас не хочу рубить. Сейчас мы сделаем такой вот маленький ножик. И буду... Что такое? Возьми. И буду все это вот дело рубить вот таким вот образом. Ну давай, руби. Сейчас все сделаю. Капец, жара, блин, ё-моё. Смотри, нас тут прям жестко прям напрягает. А теперь, по идее, я могу взять вот это вот и построить уже... Ага, веревочки, секундочку. Веревка раз, веревка два, веревка три. Отлично. Могу? Могу. Есть. Якорь плота. Куда его тыкнуть? Где-то в бок поставим. Но я сейчас даже вылезти не могу. Отлично, вылезаем по-быстренькому, чтобы меня солнышко не заметило. Сейчас, на всякий случай, мало ли. Сохраняемся. Куда его поставить? Сзади он здесь, по идее, не ставится. Потому что здесь у нас уже рулевое управление есть. Вот где-то здесь. Но я его поставлю в бок. Могу ли я в бок поставить? В бок, игра. Дай мне его. Да дай, что ж, твою мать, блин, в бок поставить. Тут уже... Ну тут же у меня будет расширение плота, понимаешь? Расширение. А игра не хочет, потому что этот вот... ну, эта платформа уже занята по... А, спереди можно? Блин, ну как-то так себе спереди-то. А может сюда все-таки сзади? Не хочешь? Не хочешь? А, сбоку вообще не становится таким образом. А можно будет потом, если что, я сломаю? Если вдруг захочу еще длиннее сделать. Блин, постой. Все нормально, сейчас уже нас... А не напрягает этот... Так, сейчас, хрен с тобой. Пусть будет пока что спереди якорь. Да в принципе, чё я парюсь. На реальных кораблях тоже спереди якорь стоит. Вот так вот, шикарно. Теперь, все для этого есть, для того, чтобы мы и шли дальше. Для того, чтобы сделать платформу, нам нужны вот эти вот и веревочка. Давайте еще веревочку добудем. Все есть, все есть, все есть у нас. Теперь, пока еще у нас светло, хрен знает, как долго это у нас будет. Еще раз я сохраняю, чтобы ничего тут не напортачить. Идем вот в этом вот, в это вот направление. Тянем за собой наш платежник. Платежник, да, я тебя разверну вот так, вот так вот. Раз, дальше поднимусь. Дальше поднимусь. Спустить, взять управление на себя. Потихонечку уходим вот сюда. Стой. Стой.
Все. А вот так это у нас и работает. Понимаешь, о чем я до сих пор как бы трындел? Значит, акула, пошла ты в задницу. Потому что ты мне сейчас неинтересна. А мы берем, короче, вот такие вот штуки. Молоточек в руки. Главное, чтобы мне сейчас этот корабль не помешал, а то здесь все-таки трется все это дело. А когда трется, ты понимаешь, в чем? Есть, не помешал кораблик. Так, сколько у меня шаров остались? Все использовал? Тут же 5 должно было быть, нет? А для этого стоямба, не то берешь. Теперь берем вот так, вот так, вот так. Я знаю, что в руки не обязательно это все брать, но иначе они как-то или разлетятся, или что-то другое у нас случится. 5 шаров у нас есть. И тоже... А, все-таки 5 нужно, я думал, 4 надо. Круто, круто. Теперь осталось нам сделать только вот это вот дело. То, что мы с вами сделаем уже на следующей серии, потому что мы сейчас уже заканчиваем. Да, у меня баллон, кстати, есть с кислородом. Значит, мы... в следующей серии нырнем во все дырочки, которые здесь у нас есть. Нырну даже вот сюда. То, что мы с вами в прошлой серии как бы не успели до конца нормально посмотреть. Фонарик тоже есть. Это мы опять же сделаем в следующей серии. А так, я с вами прощаюсь, друзья мои. Надеюсь, прыгнул. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, не забудьте поставить пальчики вверх. Подписаться на канал. Не забудьте подписаться также на ВК-страничку. Твиттер, Фейсбук и так далее. То, что вам удобнее, на то и подписывайтесь. Всем удачи. И всем пока. Хорошенькая у нас серия была. Правда, показал, как у нас работает добывание тихонечко в этой игре и весь геймплей. Удачи.